Здравствуйте, в эфире телеканала CBC «Срочная новость». Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную диверсию на Дашкисанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. Мы попытаемся сейчас зачитать официальное заявление Министерства обороны, оборонного ведомства Азербайджана. В нем говорится о том, что диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территории между позициями подразделений азербайджанской армии и дорог снабжения. В результате неотложных мер, принятых азербайджанскими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боевое столкновение. Некоторые позиции укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкисанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басак-Кечар и Стису, Харакельца и Гюрюс из оружия различного калибра, в том числе минометов. В результате были потери среди личного состава, была повреждена военная инфраструктура. В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету Азербайджана, обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, дислоцированных в этом направлении подразделениями азербайджанской армии, принимаются решительные ответные меры. Также принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений. Есть потери в живой силе и боевой технике вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях. Итак, в целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабейского, Дашкисанского, Кельбаджарского районов государственной границы, обстрелы позиций азербайджанской армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер. В то же время со стороны Армении вдоль границы Азербайджана наблюдалась концентрация наступательных вооружений, средств тяжелой артиллерии и личного состава. Все эти факты еще раз свидетельствовали о том, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации. Такими действиями Армения также преследует цель замедлить реализацию масштабных проектов гражданской инфраструктуры, осуществляемых Азербайджаном в приграничных районах, освобожденных от оккупации, и сохранить атмосферу напряженности близ границ Азербайджана.